Всем привет. Привет. 11 октября, 8 часов утра. Уже я замерз. Прохладненько. Но это ненадолго. К обеду будет жарко. Оу! Смотри. Так. Чего там? Сейчас. Подожди, это знаешь, что это? Что? Зеленушки. Зеленушки? Да, это зеленушки. Это очень хорошо. Это рядовка зеленая. Да. Так называемая. Очень хорошо надо ее вымывать, она в песке. Зачастую похрустывает пикантно на зубах. Но она прекрасна в засоленном виде и в жареном, кстати говоря. Значит, пошли уже зеленушечки. Ну, мы пока, я возьму их, потом отдельно в пакет переложу. Сегодня я пошел в противоположную сторону, не туда, куда обычно. Проверим с этой стороны лес. А вот и наш первый белячок. Вот такой вот. Так, ну вот рядышком еще. Невеличкий беляшонок. Вот. О, и еще тут рядышком даже какой-то. А, это даже... А вот это вот, ребята, это поддубовик. Вот он синеть будет. Масленок? Отличный улов. Вот мы собрали вот в этом местечке немножко грибов. Грибное такое местечко попалось. Я вот жубану рассказываю про то, как... Да, вот три масленка рядышком. Про то, как я нашел видео в Ютубе, что в Германии, если ты собираешь без ножа грибы, тебя могут отдать под суд, оштрафовать. Вот. И вчера один из зрителей ролика тоже написал, вот он живет в Германии, что это действительно так. И в каждом регионе по-разному штрафы накладывают. Но, что интересно, еще определенное количество килограмм ты можешь собрать, остальные килограммы уже там надо платить какой-то налог на грибы. Я говорю, ну, наверное, это единственный позитивный момент проживания в Украине, что тут пока это бесплатно. И можно грибы выкручивать, как попало выкорчевывать. Тебе за это ничего не будет, но это пока что. Он мне ответил, что не факт, совсем не факт. О, а ну да, я покажу, красавчики, как они блестят, маслятки. Уже в Фейсбуке ходит такая шутка, что ребята, не выставляйте свои грибы, а то наши народные избранники примут законопроект, чтобы обложить налогом эти находки. Так вот, друзья, что я заметил, что несмотря на то, что уже ночи довольно холодные, температура опускается до 3 градусов, а местами заморозки, маслята продолжают лезть. Находятся еще такие маленького размера маслятки. Они, наверное, будут лезть, пока действительно мороз не прибьет грибницу. Стараются успеть размножиться. Вот какой зонтичек растет. У молодых зонтиков можно брать и ножки тоже. Вот. Во Франции ножки
даже старых зонтиков засушивают и перетирают для добавки в специи, супы. В суп можно добавлять засушенную ногу просто целиком. Так, зонтики относятся к шампиньоновым грибам. Некоторые их виды даже можно употреблять в сыром виде, в салатах. Вот, некоторые можно готовить на гриле, хорошо их сушить и даже заквашивать хорошо их. Но их существует много ложных видов. Среди них есть ядовитые и несъедобные. Удалось найти такое зонтовое место. Зонтовое. Тут именно вот они. Их очень много. Вот. Жубан не собирает зонты. Боится. Я его в этом не разубеждаю. По своим личным корыстливым мотивам. Это очень вкусные грибы. Да. Зашел в такую местность и нашел здесь ягодки ежевики. Вот видите. Думал посмотреть здесь опят. Ну вот опят я тут не вижу. Какая-то поганка белая. У нас, наверное, еще рановато для опят. Так, залезли вот в болотце. И жубан нашел уже. Что ты нашел? Попробуй его сними. Ну-ка. Ну все. Среди кущей. Угу. Так, ну значит надо быть внимательней. В таком лесу собираю первый раз. Зашли, тут болота нету, просто осинки и в траве. Вроде бы подосиновик такой растет, сейчас посмотрим. Ну да, хорошенький. Чуть-чуть отошел и еще подосиновичек. Вот что характерно, они здесь какие-то вот слабенькие. Подосиновичек еще! Не такие, как в том болоте моем. Интересно, дубы. И мой друг нашел. Что ты нашел? Ага, подберезовик, дубак. Вот все. Интересно очень. Да. И неожиданно. А тут подосиновик. И подосиновик. Дубы вроде бы. Не, ну тут есть, конечно, осинки такие маленькие. И такой большой подосиновик. А вот я зашел с другой стороны, обошел и нашел вот такой подберезовик интересный под дубом. Очень странно. Вот. Вообще красавец. Какой интересный бугорочек. Интересно, как он тут образовался. Такой весь волосатый. Ну это же не естественным способом он здесь образовался, я думаю. Друзья мои, что-то кажется я нашел что-то интересное. Мне кажется, я уже знаю, что это. Это польский белый. Надо же с ним зачекиниться. Вот это ты красавец. Так, ну что? Сними. Это я нашел. Рядышком. Вот. Растет еще один. Его братец. Треснутая шапочка. Сверху. Ну ничего. Вот такие вот два красавца. Да, вот два хороших. Масленочка. Ну вот если ножка темная, я ее обрезаю сюда. О, тут светлая, очень свежая.
заглянул внутрь вот этой низинки. Видим такое обилие мухоморов, среди которых оказалась шляпка вот такого красавчика. Еще манюнький лезет. Такой толстячок. Вот два старых подберезовика сливается с листвой. Наверное, такие я брать уже не буду, они с темными губками. Пускай с них получатся еще подберезовички. Так, что-то там жубан радостно кричит. Как я понял, он тут нашел много грибов. Белые, да? О, вот какой красавец. А какой вот красавец. Вырывай. Тут вот рядом маховик растет. Да-да-да, это я тебе. Так, что его, выкручивать почесово, чем против? Выкручивай, как знаешь. Надо же. Вырывай его. С корнем. О! О! Вот это же ближайшее, правильно? Ну да. Вот это хай растет дальше. А тот побольше, наверное, будет. Ну да. Казалось бы, ничто не предвещало беды. Ну такой же. Ну да. А вон еще один. Да, ну-ка. Сюда. Начинаешь резать. И обнаруживаешь еще и еще. Невеличкий. Нашел штук 8 белых. И мне тут улыбнулась удача найти два рядышком. Вот такие вот красавцы. Ну, хороши. Видимо, такое место нравится белым грибочкам. Тут такое вроде бы сухие ветки лежат. Старая сосна и дубки молодые. И даже вот еще лезет один. Такой вот. И вот. Да, и вот. Еще. Ну тут прям клондайк. Напоролись мы. Вот повезло, так повезло, да, Леха? И это действительно не все. Тут вот еще видим. Вот такие два красавца. Да, тут грибница хорошо видно. Еще видим. Малышок растет. Ау! Да, еще маленький. Так, ну вот местечко. Знатное было. Знатно мы отсюда белых взяли. Ну вот буквально с вот этого пятачка между вот этими соснами. Вот дубки молодые. Вот мой улов. 3, 6, 8. А вот улов друга. Жубана. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Вот такие вот красавчики. Мне здесь понравилось. Ну вот я не знаю, сколько тут квадратов. Пускай 25 квадратов. Я тут отошел 2 метра. И еще один нашел. Итого уже 9. Ха-ха-ха-ха!
У-ху! А рядышком еще один маленький. 10. Вон там он нараос рядышком. Может, вы слышите, как они жужжат? А, они атакуют. Вылазят по одной. Они защищали грибы. Так, ну вот счет сравнялся. Что скажешь? У тебя не больше. Я бы не сказал. Какие красавцы. Не, ну нормально. Что? Уже не зря пришли однозначно. Да. Как тебе местяк? Напомнить как-то. Да. Ну я выражаю свою благодарность Лехе, потому как он первый нашел тут белый. Мы могли тут и не зацепиться на этом местечке. Да. А их так плохо видно было. Они все вот этой вот травушкой укрытые. Ну там некоторые выглядывали, конечно. Короче, тут однозначно лайк. Вот этого вот по опушке леса, так сказать. И увидели еще вот такой вот белячок. Вот, так он толстоногий такой. Хороший, чего? Хороший. Так, ну наконец-то я нашел достойный себя гриб. Шуба. Что ты там присел и, ныкаешься? Не могу вырвать. Дерево. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну я урожай. Да есть. Трошки есть. Есть экземпляры. Болотце маленькое. Тут нашли подберезовички. Так, вот. Вот какой хорошенький. И вот. Крепенький. А вот какая красота. Я такой радостный. Интересно, что скрывается за этими бугорками. Ага. Ага. Вот. Такие подарки. О, тут их два даже. Вот. Третий тут маленький. И здесь, под дубочком. Вот. Вот такие вот. Не видишь? Ну вот подошел. О! Какой красавчик! О! Вот это настоящий красавец. Класс. Вот увидел, еще торчит маленький беляшек. Пойду отнесу его. К его друзьям. Вот. Вот еще. Детеныш. Так, там вон пакет стоит. И вот это все на одном месте тут. Кручусь. Не зря я вышел из своей зоны комфорта, с моего болотца, и пришел экспансировать другие территории. Вот под этим дубочком маленьким.
Я очень счастлив. Вдобавок к этим. Ну что, друзья, вот подошла к концу наша вылазка в лес. Как вы можете слышать, тут уже трактора приехали за грибами. В общем, мы считаем, что поход за грибами удался. Сейчас поедем праздновать. Всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Будут еще новые классные видосы. А сейчас я вам покажу результат моей сегодняшней грибалочки. Вот белячков, ведро, ну там за исключением нескольких масляточек. И здесь еще вот